Ну что ж, ладно, ребят. Собственно, я вас всех приветствую. Добро пожаловать. И сегодня мы наконец-то окунемся в одну из моих любимых игр, любимой серии, которая сейчас уже как-то, ну, чувствует себя, скажем так, не так уж хорошо, как раньше. И... Но вот вторая часть Project Zero или Fatal Frame, многим известно, возможно, это, как по мне, один из лучших хорроров, причем до сих пор ее ничего не переплюнуло лично для меня. Я много чего пробовал, конечно, но что-то как-то, не знаю, до сих пор эта игра имеет просто прекраснейшую атмосферу, которая действительно тебя держит в напряжении, ты чувствуешь весь страх героев, которыми ты, собственно, управляешь. И вот что еще тут прекрасная, глубокая история, которая, ну, действительно в конце, как бы, если следить внимательно за всем, в конце есть о чем пораздумать, и так далее. В игре, само собой, несколько концовок в оригинале было. Но в V-Edition вроде бы добавили еще парочку, там расширили ее где-то. Я точно не знаю, что тут к чему расширили. Я играл в оригинал на PS2 и в Director's Cut на Xbox'е. Вот сейчас пришло время познакомиться с V Edition. Посмотрим, что с ней. Так что, вперед! Если все пойдет хорошо, постримлю все части. Если нет, то постримлю то, что постримлю. Все зависит от вас. Надеюсь, со звуками, с картинкой все нормально. Скажите мне, как балансы? Что-нибудь погромче, хотя я сейчас в игру. Посмотрим. И давайте начнем. Хорошие ребята, вижу, перевели игру на русском, так что вообще никаких проблем не будет. Можно играть. Но остальные уже я сам переведу, если понадобится. Но это потом. V-Edition лучшая. Ну, на руками. Я видел, все жалуются на управление, которое просто ужасное. Я попытался ее настроить и на клавомыши, и на геймпаде. Буду пробовать и так, где будет удобнее, там и поиграем. Но именно с оригинальными контроллерами говорят, что все очень плохо. Но я проходил ее на PS2, все нормально было на Xbox. Посмотрим, что тут. Так, ну что ж. Уровень сложности с ним большой, возьмем нормальный. Ну что ж, приятного просмотра вступления. Погнали. Сделайте звук погромче. お姉ちゃん、いつも約束してたよね。ずっと一緒だって。ここで遊んだよね。そうだね。ここももうすぐなくなっちゃうんだよね。足大丈夫？痛くない？ちょっとね。でも平気。ねえ、ミオ。なんでもない。お姉ちゃん、私ね、あの時。お姉ちゃん？行っちゃダメ！お姉ちゃん！
お姉ちゃん。お姉ちゃん、地図から消えたんだ。私、聞いたことがある。昔この辺りにお祭りの日に消えた村があって、森で迷った人はその村に誘われるって。ここ、もしかして。Ну, ребят. Сакки маде ута га кикоете та кедо. Даре мо инай. То, что сейчас ничего не понятно, это нормально. Кто играл в Silent Hill, я думаю, понимает. Так, ребят, у вас какие проблемы? Все нормально должно быть. Если необходимо, я могу стрим перезагрузить. У кого плохо все работает и у кого хорошо, ставьте плюсы и минусы. Сейчас я оценю ситуацию. Вперед. Так, на земле что-то лежит. Похоже, это сумка. Черная сумка лежит. Несколько газетных вырезок. На одной из них написано... Ох, да, шрифт, конечно, просто убийственный. Утверждается пропажа. Какие у
Зисата. Понятно, ребят. Но это проблема Good Game. Если на исходном все хорошо, то значит это проблема GG в остальном. Так что я лишь могу попытаться перезагрузить стрим. Так, я перезагрузил. Может, другие качества начнут работать нормально. Если нет, то, ребят, не ко мне претензии. Поливанов. Понятно. Понятно, почему мне не нравится переадаптация японских слов. Ладно. Ребят, тут очень важно читать все-таки вот всякие эти вещи для того, чтобы иметь более лучшее представление о том, что тут происходит. Так что, если вы хотите действительно вникнуть, то читайте. Не буду читать я вслух, потому что, сами знаете, мое чтение не очень. Так, этот человек исчез, его так и не нашли. Так, и, собственно, молодая пара, скорее всего, вот. いるのかな? いないのかな。奥へ行ってみる。お姉ちゃん、お姉ちゃん、どうしたの？
地図から消えたブラマイ。マスミさん、どこに行ったの？何もしなくない。どこに行ったの？殺したくない。Ниблер, забудь про нее вообще, она тут вообще почти ни при чем. Поэтому я говорю, что без проблем можно со второй. よかったね、ミオ。やっぱり誰かいるのかな。
それは…これがありえないものを映す機械、遮影機。Ну,
собственно, видите, нас немного потихоньку еще в механике игры вводят. Вот насчет этих дверей, которые запечатаны. Надо искать места, что там изображено. Так. О, еще блокнот. Потерянная деревня, я слышал об этом месте, случившись во время фестиваля. Так, фестиваль, стражи-близнецы, врата Тори, и, собственно, их тут привлекает. Да, походу, тут весело было. Чего-то на PS2 версии нам не показывали. Ребят, я напоминаю, я играю на эмуляторе, это undub-версия, официально не существует игры с русским текстом или с английским, или с японской озвучкой, так что это undub, и как там писали, остались некоторые английские фразочки, которые то ли не смогли найти, то ли убрать, поэтому иногда слышны английские фразочки. Кстати, насчет английского. На PS2 был прекрасная английская озвучка. Для Wii U, из-за права, из-за чего-то там, для Wii точнее, ее переозвучили. Переозвучили настолько плохо, что хуже озвучки Project Zero 2 Wii U версии, по-моему, ничего не существует в этом мире. Только Resident Evil 1. Настолько все плохо. Шикарный звук в этой игре до сих пор.
хоть кто-нибудь, если вы найдете эту записку, то, пожалуйста, найдите меня. Я застряла в этой деревне. Прошу, помогите мне. Якусудо. Не, ну, ребят, ну, это неинтересно, вот реально. Что PS2 версия, что Xbox оригинальная версия, тебе нужно самому было найти ключ, найти местоположение двери и так далее. А тут как для рака все показывают на карте. На руками, да, плохо, потому что как раз изучение локаций и тщательное. Есть одно из важных вещей этой игры, что дает еще больше атмосферы. Я уже не знаю, как долго пробыла в этой деревне. Здесь все время темно, никогда не восходит солнце. Я ненавижу эту тьму. Она сводит меня с ума. Я хочу выбраться отсюда. Я вновь хочу увидеть тебя, Масуми. Что-то мне подсказывает, что она его не увидела.
Я нашла журнал Масуми. Он был здесь, в этой деревне. Скоро я его увижу. А, тут 6 страниц, ничего себе. Я больше не в силах ходить, поэтому останусь здесь. Масуми вернется за мной. Я уверена в этом. Я знаю, что он найдет способ выбраться отсюда. Если он вернется... Вернулся. この人もここに迷い込んだんだ。恋人を追ってこの家に入って、それからどこへ行ったんだろう。やっぱりここは。どうして。ミオ。お姉。どうして。Ура, мы прошли первую главу. Как я понимаю, ребят, вы ничего не понимаете, что тут происходит. И так далее. Это нормально. В конце все будет... В конце. А по ходу дальнейшего развития все будет понятно и объяснено. Почему происходит то, сё, пятое, десятое. Все будет. Не переживайте. Иначе бы эта игра не стала... такой культовый. И могу лишь сказать одно. К
Конечно, я настроил управление для этой игры, но надо бы еще как-то помучиться с этим эмулятором и настроить его дальше. Настроить ее нормально, да, довольно сложно. Что на клаве, что на клаве мыши, что на геймпаде. Везде одно и то же убожество. Ну что ж, ладно, тут сделаем большой перерыв, так что продолжение следует.